кино бесплатно. Один из ивановских кинотеатров устроил благотворительный показ для многодетных семей в честь открытия нового кинозала. На мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2» пришло 50 родителей с детьми. Мы знаем, как это приятно смотреть на детей, которые вот радостные заходят, и еще более радостные они выходят из залов. Родители счастливы, что дети смогли посмотреть. И вот эти вот эмоции, которые они выражают, нам очень приятно, и мы готовы дарить эти эмоции. А поскольку я сам из многодетной семьи, я только сейчас уже понимаю, насколько это сложно, особенно маме, да, с таким количеством детей. Благотворительные сеансы – хорошая возможность для больших семей весело провести время, не потратив много денег. Собрать зрителей помогла общественная организация «Многодетки». Желающих оказалось много, а свободных мест в зале почти не было. Пригласили нашу семью на этот фильм председатель общества многодеток Орлова Светлана Сергеевна. В общем-то, вот дети с удовольствием сейчас в летнее время не очень заняты. Мы пошли на этот фильм. Центр развлечений регулярно проводит благотворительные показы. Гостям пообещали, что обязательно пригласят снова на новую серию мультфильма. Максим Серебряков, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.